Как тебе вообще визуально в кайфе? Визуально в кайфе? Да. Визуально? Да. Конкретно... Довольно прикольно. Мне нравится. Да. Но конкретно минус ваш огромный – это столы. Такой пиздец. И да. Кресло вообще тебе неудобно не показали. Да. Эти диваны на маленьких тонких ножках, стулья за баром и везде. На самом деле, блядь, Морген, кинь нахуй побольше чуть денег. Реально, будет охуенно. Какие-то деревянные стулья купи лучше, блядь. Да, я понял. А как тебе вообще в целом кухня? Кстати, по поводу кухни, хотел бы похвалить охуенно. Если вы смотрите повара этой кухни, да. Вы просто красавчики пиздец, потому что, ну, я просто никогда такого не пробовал. Тут реально. Согласен, я тоже так хавал, было нормально. Еще третий вопрос. А насколько ты заказал в целом? Сколько у тебя покупка обошла? 1130. 130 тысяч? Да, красава, да. Красава. Это еще хотел бы пицца или сэром? Пицца или сэром? Да, если бы... Ну, типа, если была бы такая... Была бы такая ситуация, ты бы записал бы с ним пит? Нет. Нет, да? А когда у тебя будет трек? Никогда. Я понял. Все, давай. Удачи. Все, спасибо. Всем. Привет. Вот это всем привет. Прикольно. Всем привет. Ко мне. Кадила. Кадила. Это новый. Кадила. Делай день. Делай день.